Всем привет! С вами ваш переводчик Асылхан. И сегодня у нас Кей Леоне. Это французский певец. Его реакции всегда отличаются своей, можно сказать, Кей Леоновостью. Это какие-то притягательные видео, хотя здесь нет каких-то заумных слов и нет какого-то прям искрометного юмора, но эти реакции хочется пересматривать. Также он постоянно выпускает каверы и музыкальные видео на своем канале и в своем инстаграме. Прошу подписаться на Кентина, это его полное имя. Давайте поддержим его канал, ссылка будет в описании. Всем приятного просмотра. Забыл сказать. Мы собираем средства на новый студийный микрофон, и уже собралось чуть больше половины от нужной суммы. Всем хочу сказать большое спасибо. Также, если у вас есть возможность и вы неравнодушны к нашему каналу, то все реквизиты будут в описании и в закрепленном комментарии. Всем спасибо, а теперь точно приятного просмотра. Всем привет! Добро пожаловать на канал! Многие из вас просили меня посмотреть и прокомментировать выступление Димаша, его версию на песню Лары Фабиан «Адажио». Давайте сделаем это! У него здесь очень-очень красивый бас. Ну ладно. Он поднялся на октаву. И опять весь в мурашках. Пой, детка, пой. Вот это сила. Еще в его голосе столько лиризма. Столько различных вокальных оттенков. Это потрясающе. Вот это уже тяжелый случай. Вот откуда этот звук? Эй.
Пой, 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 пой. Честно, без шуток. Я люблю тебя, Димаш. Ты просто исключительный. Ну что за голос у этого парня? Что это за такой голос? Вот это сопрано и его другие голоса. Я никогда не слышал такой голос, в котором столько различных оттенков. Вау! Он просто феноменален. Я думаю, он занимался музыкой с самых малых лет. Как же это прекрасно, что в наше время у нас есть такой голос. Такой свежий, динамичный, настолько чистый и бесконечно страстный. Браво, браво, браво. Я так счастлив, что Лара Фабиан написала для него песню вместе с Игорем Крутым. Песня «Your Love». Это такая чудесная песня. Он прям везде успел. Он спел «Адажио», потом Лара написала ему песню, и потом они еще и спели вместе. Это же просто великолепно. Я не знаю, что еще сказать. Я благодарен вам за все. До свидания. Всем спасибо за внимание. У Кентина Леона есть еще много-много реакций. И я их всех переведу. Поэтому следите за каналом. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Всех люблю. Всех обнял. Пока.